Скажи, еще поборемся. Еще поборемся за жизнь. Ребят, 3 котенка. Очень тяжелые. Сейчас глазки будем мыть. Укольчики сделали. Unix Dog сдали. Еще немножко диковатые. Ну-ка, иди сюда, детеныш, покажи. Ничего. Сейчас будем всех отмывать. Да, мои хорошие? Ну что ты, мое солнышко? Смотри сюда. Повернись, детка. Ну-ка, маленький, не бойся. Покажи глазки. Маленький мой. Ничего. Покажись, малыш. Покажись, деточка. Да, ребят. Сейчас будем глазки мыть. Еще осталась мама и, по-моему, 1 или 2 котенка. Если попробуем завтра поймать остальных. Ребята, они очень больны все. Малыши спят. А? Мой голос разбудил. Чего ты? Сначала прокапали, теперь помазали мазью. Все хорошо. Да, мои хорошие? Все, сейчас мы ребенку глазки обработаем. Это у нас, ребята, самый дикий из тех, кого вчера нашли. Всего их 3. Вон, покажи. Этот самый дикий. Дверцу открой, она открывается. Вот, хорошие детки там. Все, ночью мы хорошо переночевали. Поближе черненького покажи. Глазки, чтобы было видно. Ой, ты глазки. Глазки у нас сегодня открылись прям. Все, давай. Сейчас будем всех промывать и всех снимем. Так, давай посмотрим. Покажи глазки малыша. Да, скажи, мы шипим. Мы маленькие, но мы вредненькие. Вчера глазик был еще хуже. Сегодня он хотя бы видит уже. Да, малыш? Сегодня глазик у нас уже видит. Хорошо глазик видно? Угу. Ага, ну все, давай тогда будем мыть глазки. Давай, мой хороший. Угу. Вот отсюда, чтобы было видно ребенка. Сейчас оттягиваем веко, чтобы глазик хорошо промылся. Чтобы глазик хорошо промылся. Все. Вот так. Тихо, малышка. Вот так. Вот и все. Вот и хорошо. Да, малыш, покажись. Не бойся, деточка. Глазки промывать вот так разов 6-8. Обязательно. Это очень важно. Через 10 минут положим мазь. А пока сделаем просто витаминки. Такому малышу делается 0,5. Так. Шприц у меня 2-кубовый. Вот и все. Так. Вечером еще. Так, иголки меняем. Ребята, иголки обязательно меняем. Делая другому и в котенку укол, иголку обязательно меняем. Даже если вы шприц набрали, лекарство одно. Вот у нас иголки лежат, мы сейчас поменяем. Подожди, я положу ребенка на место и покажу. Туда раз. Так. Так, Танюша. Таня, покажи мне. Таня, вот сюда, пожалуйста, хорошо? Так, ребята, иголки обязательно меняем. Обязательно, извините, жарко. И у меня давление, я себя плохо чувствую. Я прошу прощения, ребята, за внешний вид. Но сегодня я сама на больничном. Так, иголку поменяли. Теперь занимаемся другим ребенком. Иди сюда, красавчик.
Все, покажи мордочку. Очень плохие глазки. Очень плохие глазки. Так, это использованная салфетка. Это не использованная. Так, мой золотой. Ребята, глаза у ребенка очень плохие. Просто чудовищно. Нам хотя бы сейчас снять воспаление, чтобы дети не ослепли. Это вирусная инфекция, ребята. И если котятам вовремя оказать помощь, они выздоравливают в течение 10 дней. Если не оказать помощь, ребята, то глазки удаляем. Такая беда произошла у нас с Гудвином. К сожалению, Гудвину никто не помог. И Гудвину мы глазки удалили. Потому что инфекция ему выжгла глазки. Еще обязательно посмотрите всегда возле носа. Если здесь что-то скатывается, обязательно почистить. Можно даже капнуть глазные капельки на носик. Намочить. Котенок это позволяет. Кошка тоже. И только потом вы убираете здесь струпья, если они есть у вас. Или еще что-нибудь. Это очень удобно, ребят. И не то, что удобно, это необходимо сделать для котенка. Ему потом удобно дышать. Вот. Ротик можно посмотреть, заглянуть. У него ротик, язычок все красный. Это инфекция. Да, мой золотой? Давай еще раз промоем глазки. Салфетку поменяем. Давай еще раз. Потому что глазки тяжелые. Глазки тяжелые у ребенка. Так, и еще раз. Не выскальзывай. Так. Все. Теперь уколчик. Иголку поменяли. Ребята, пожалуйста, следите за этим. Иголку обязательно менять надо. Ты мой золотой. Ты мой хороший. Маленький. Ну, видишь, глазки, как у нас открылись со вчерашнего дня. Иди сюда, красота. Иди сюда, мой золотой. Иди. Так, подключать? Нет, еще черненького обработаем. Еще черненького обработаем. Все то же самое, ребят. Все то же самое. Танюш, ты снимай не руки мои, а чтобы было видно глазки котенка, хорошо? Потому что люди иногда спрашивают, как помочь. Вот я хочу примерно подсказать, как помочь. Даже дикие котята, если вы возьмете его на руки, погладите, дадите ему у вас на руках освоиться. Смотри, как чихает сильно бедный. Это в носик ты ему брызнула же. Я не носик, я рядом с носиком. Ну, с носиком. Нет, он сам по себе чихает. У него ринотрахеит. У ребят ринотрахеит. Так, да, мой золотой? Сейчас еще раз глазик. Да, глазики надо промывать. И укольчик сделаем. Танюш, подай иголку, пожалуйста. Все. Так, ребята, это третий котенок. Двух мы уже обработали. Двух мы уже обработали. Да. Хорошая малышня. Дети находятся у нас всего 10 часов, ребята. Да нет, уже 12. Но ничего страшного, за ночь им стало легче, глазки уже открылись. Глазик красный. Угу. Давай сюда. Так. Через некоторое время мы в глазки заложим мазь. А пока просто промываем. Вот так. Вот так. Раз и промыли. И промыли. Да, мой золотой. Обязательно веко открываете, чтобы лекарство затекло вовнутрь. И что там есть, чтобы все это вышло наружу. Еще капаете на носик сверху и просто моете носик, чтобы щенку, котенку, вернее, было легче дышать. Ничего, не нравится, но сейчас уголочки вытрем, струпья уберем и все. Укольчик сделаем.
И укольчик сделаем. Все, это витамины, ребят. И все. Все, доброго здоровья. Самый тяжелый у нас это серенький. Описался, да? Вот так. Не хочет поворачиваться. Да глазки уже хорошие. Глазки уже хорошие. Не бойся. В разных клеточках. Здесь ваши, здесь у меня капельницы. Где капаемся, мои хорошие? Здесь другие. Вот так. Здесь у нас малыши. На улицу. Дверь все время открыта. Если холодно, включаем отопитель. Это малыши с дороги ночью. Вот здесь после прививки свалился, видишь? Здесь еще малыши. Вот после прививки я пробила всех пятерых. Прививку сделали 2 недели назад. И вот, пожалуйста, свалились. И малыши. Слушай, а куда у нас все время третий прячется, а? А третий куда-то залезает. Посмотри, пожалуйста, где у нас третий опять залез, а? Что-то я нервничаю. Я не люблю, когда он прячется. И нервничаю. Эти двое красиво спят, а где третий? Где он? Дай посмотрю. Все, дрыхнешь? Точно спит? Потрогай. А то я нервничаю. Ой, ты. Так, третьего достали. Из дома хороший, вытащили. Сейчас укутаем. Перестелили, да? Да. Шубы сделали. Рукава положили, соединили. И все, детям тепло и хорошо. Все, захотят вылезти. Захотят залезут под рукав. Все, мои хорошие. А ты вот сюда можешь залезть, под рукав. Вот так. Все, и спрятались. Все, теперь хорошо. А вот теперь мне надо отсюда вылезти, да? Да.